Антикоррупционному прокурору пытались дать взятку судьи. Предлагали 300 тысяч долларов, написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Хотели, чтобы Назар Холодницкий закрыл дело, которое ведет против них САП. Это двое судей из Днепра, причем один из них председатель суда. Оба задержаны, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.